Бүгін облыс әкімі елдегі төтенше жағдайға байланысты халыққа үндеуін жеткізді. Құмар Ақсақалов коронавирустың алдын алу шараларын мұқтап жүргізу керектігін және жерлестерімізге бұл маңызды миссияда жауапкершілік таныту қажеттігін қадап айтты. Сондай-ақ облыс әкімі жергілікті дүкендер мен дәмханаларды дезинфекциялау шараларын күшейтуді тапсырды. Құрметті жерлестер, бүгінгі брифинг барысында өңірдегі індетпен күрес, әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету және экономиканы қолдауға арналған шаралар туралы сөз қозғаймын. Алдымен өңірдегі жағдай туралы. Петропавлда Ресейден келген 27 жастағы әйел адамнан коронавирус анықталды. Науқас провизорлы стационарға жатқызылды, денсаулығы бір қалыпты. Байланыста болған адамдар да карантинде, жағдай толық бақылауда. Қазір облыста сақтық шаралар күшейтілді, алайда көшуге қажет болмаса, шығудың қажеті жоқ, үйде отырған абзал. Қонақ шақырып, той жасауға тыйым салынады, туысқандардың денсаулығын ойлану керекпіз. Уважаемые земляки, коротко ситуация в регионе. Выявлен первый случай заражения коронавирусом. Это 27-летняя жительница Петропавловска. Она вечером 23 марта приехала с учебы транзитным поездом с города Омска. По приезду на улицу не выходила, контактировала только с матерью. Заболевшая помещена в провизорный стационар. Состояние пациентки удовлетворительное. Установлен карантин на домашнем очаге инфекции и подъезде жилого дома. Проведены дезинфекционные меры. Дополнительно анализы направлены в референс-лабораторию города Алматы. Окончательные результаты будут доведены до общественности. Контактные лица установлены, которые также помещены в стационар и на домашний карантин. Взяты анализы на исследование. Состояние у всех удовлетворительное. По всей области усилены защитные меры. Прибывающие люди на поездах, автобусах, автомобилях и самолетах заполняют анкету. Все, кто приезжает из стран Евразийского экономического союза, будут направлены на домашний карантин. Перед этим все пассажиры с поезда организованно направляются для предварительной проверки, анкетирования и сбора анализов. При выявлении симптомов болезни люди будут направляться в провизорный стационар для последующего лечения. Остальные, как я уже сказал, отправятся на домашний карантин. Временно закрыты все цоны, услуги можно получить через интернет. Общественные места и автобусы обеспечиваются санитайзерами. Работники супермаркетов, кафе, ресторанов и других мест должны быть в масках обязательно и перчатках. Хочу напомнить, что мы вправе закрыть заведение, если не соблюдается правило чрезвычайного положения. На сегодня такие факты есть. 17 владельцев кафе, баров и компьютерных клубов наказаны в виде административного ареста от 5 до 10 суток. И эта работа будет продолжаться. В ходе совместной проверки местной исполнительной власти и прокуратуры области были выявлены нарушения санитарных норм в торговом доме «Тайга». После вмешательства правоохранительных органов недостатки устраняются. Владельцы устанавливают санитайзеры, раздают маски своим работникам, проводятся дезинфекционные мероприятия. Но хочу предупредить, что при выявлении повторных нарушений ответственным лицам будет наложен административный арест, как мы говорили, от 5 до 10 суток. Нужно максимально изолировать группы риска, то есть пожилых людей старше 55 лет, они должны перейти на дистанционный режим работы. Наши волонтеры помогают одиноким пенсионерам. Нам нужна самоизоляция населения. Призываю жителей оставаться дома, не ходить в гости и прекратить устраивать семейные торжества. Подумайте о здоровье своих близких. На сегодня массовые богослужения отменены во всех культовых объектах. Я обращаюсь к руководителям религиозных объединений отнестись с пониманием к текущей ситуации. Призываю жителей проводить религиозные обряды дома у себя по маскам. В Петропавловске и в районах производства масок занимаются 54 ателье и швейных фабрик. Антисептиков достаточно, чтобы потребности региона полностью закрыть. Местный завод
«Радуга» ежедневно производит 7 тонн антисептиков. Мемлекеттік комиссияның отырысында президент жұмыссыз қалған азаматтар және бизнесті қолдауға бағытталған шараларды ұсынды. Облыстарына дағдарысқа қарсы жоспар бекітілді. Әлеуметтік тұрғыда аз қамталған отбасылар тегін азық-түлік және тұрмыстық жиынтық қалатын болады. Біздің облыс бойынша бұл көмекке 3669 адам ие болмақ. Азық-түлік қоры жеткілікті, елімізде әлеуметтік маңызы бар тауарлардың тізімі бекітіліп, олардың бағасын мемлекеттік реттейтін болады. Төтенше жағдай кезінде адамдар табысынан айырылуда, кәсіпорындар және компаниялар жұмысшыларын қысқартуға мәжбүр, осы категория мемлекет материалды көрсететін болады. На период действия чрезвычайного положения ежемесячные выплаты из государственного фонда соцстрахования в размере 42 500 тенге получат работающие граждане, которые были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения заработной платы. Для получения выплаты необходимо, чтобы за работника делали отчисления в госфонде соцстрахования не менее 3 месяцев за последние 12 месяцев. Социальная выплата распространяется только на работников среднего, малого и микробизнеса. В эти дни все врачи нашей страны выполняют очень большую работу, поэтому по поручению президента страны медицинским работникам будут выплачены премии в размере 1 должностного оклада. Помимо запланированных бюджетных денег, по программе «Дорожная карта занятости» будут направлены дополнительные средства на ремонт объектов. Это школы, больницы, дорожная и водная инфраструктура. Всего будет отремонтировано в области более 800 объектов. По области на эти цели будут направлены порядка 32 миллиардов тенге. На ремонтных работы будут привлечены свыше 8 тысяч жителей нашей области. Поддержка бизнесу и стимулирование экономики – это одна из приоритетных задач для местных властей. Во время чрезвычайного положения нужно поддержать арендаторов торговых точек. Торгово-развлекательные центры уже начали снижать арендную плату для предпринимателей на период действия чрезвычайного положения. Арендная плата должна быть снижена до 50%. Кроме того, государство идет навстречу малому и среднему бизнесу. Более 100 арендаторов, это 112 договоров областной коммунальной собственности, на 3 месяца освобождены от арендной платы. Также малому и среднему бизнесу будет предоставлена отсрочка по уплате всех видов налогов и платежей сроком на 3 месяца без начисления штрафов и пени. Дорогие земляки, прошу всех с пониманием и ответственностью подойти к сложившейся ситуации. Дорог каждый из вас. Берегите себя и своих близких. Құрметті солтүстік қазақстандықтар, мемлекет азаматтарының денсаулығы мен өмірін сақтау жұмысшыларды қорғау және бизнесті қолдау бағытында нақты жұмыстар атқаруда бірлесіп көтерген жүк жеңіл.